Nissan выводит на российский рынок седан C-класса Sentra, который будут собирать в Ижевске. С 2013 года модель продается в Америке, где тоже называется Sentra, и в Китае под названием Sylphy. В конкуренты новому седану от Nissan можно записать Skoda Octavia, Ford Focus, Volkswagen Jetta или, скажем, Peugeot 4008. Отечественная Sentra все же несколько отличается от собратьев из Штатов и Китая. Под наши дорожные условия подвеска усилена, а амортизаторы перенастроены в сторону большей энергоемкости. Увеличен клиренс, хотя по российским меркам он составляет весьма скромные 155 мм. Также на модель установлен аккумулятор большей емкости. Автомобиль будет предлагаться с 5-ступенчатой механикой или с бесступенчатым вариатором. А вот двигатель пока только один. Это бензиновый атмосферник объемом 1,6 литра мощностью 117 лошадиных сил. Судя по всему, аналогичный агрегат будет устанавливаться на новую Lada Vesta. Его заявленный расход в смешанном цикле 4,6 литра на 100 километров. У конкурентов выбор двигателей куда шире. Единственная модель в сегменте, которая продается сейчас с одним мотором, это самая пожилая и дешевая Deo Genta, перелицованная Chevrolet Lachetti. Между тем, Peugeot, Skoda и Volkswagen предлагаются с четырьмя двигателями, причем у французского и чешского седанов есть даже дизели. При этом японский седан – безоговорочный лидер по количеству комплектаций. Например, у Skoda их всего три, а у Nissan целых семь. Правда, такое количество комплектаций скорее маркетинговый ход. Отличие между ними минимально. Так, комплектация Comfort отличается от самой доступной Welcome лишь наличием магнитолы. Цены на Nissan Sentra начинаются от 679 тысяч рублей за версию Welcome, то есть добро пожаловать. Она включает в себя две фронтальные подушки безопасности, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, подогрев передних сидений, электрозеркала с подогревом, аудиоподготовку на 4 динамика, из электронных помощников, антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения и система стабилизации. Для минимальной комплектация, прямо скажем, богатая. При этом дешевые версии Sentra комплектуются 16-дюймовыми стальными дисками, а самая доступная комплектация с 16-дюймовым литьем, которая называется Elegance, с механической коробкой передач будет стоить 739 тысяч рублей. И именно эта комплектация по версии Nissan должна стать самой популярной. Максимальная комплектация Tecna будет стоить от 914 тысяч рублей. В этой версии автомобиль оснащен ксеноновыми фарами головного света, светодиодными дневными ходовыми огнями и массой электронных систем, включая камеру заднего вида и навигацию. По объему багажника Sentra в пятерке лидеров, но заметно уступает Skoda Octavia. У Sentra 511 литров, у Octavia 590. В актив новому седану я бы записал симпатичную современную внешность в стиле новой Тиана. Причем Тиана этот стиль идет, по-моему, меньше. Струящиеся линии делают большой седан слишком легковесным, а вот Sentra выглядит очень гармонично.